И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димончик, мой сын Ярик и Даша, и сегодня мы играем в Майнкрафт на карте Gravity Falls, будем исследовать тайны этого города. Ребята, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Давайте возьмем лодки и поплывем. Да-да-да, давайте поплывем. Я вас жду, ребята. Я еду. Ярик, давай, я жду, только не врезайся в меня, потому что лодка развалится. Давай, давай, догоняй. О, ты как это, на пропеллере, спиннер крутится и едешь. Моторная лодка, давай, заводим. Во, поехали. Так, я за вами, давайте, ребята. Давайте сначала остров осмотрим, что на острове находится. Так мы же на этом острове были, он манюсенький совсем. А, кто-то меня сбил. Это ты, наверное, в меня врезался. Сдаю задний ход. Это разрушенный корабль. Смотрите, там водопад. Давайте к водопаду. Давай к водопаду. Он поплыли, поплыли. Да, он большой водопад такой. Вот это скорость у лодки. Селище. Его можно разогнать, да. Да, у тебя аж волны сзади появляются. Да? Да. О, да, вижу, брызги. О, я зашел в пещеру. Все, я в пещере, я в пещере. Я на лодке тут только что еще танцевал. Ты какая она мрачная такая прям. Захожу, захожу, захожу. Меня отталкивает. О, блин, ребята, смотрите. Класс. Четко. А тут темновато, конечно. И мне не во что в руки взять, чтобы просветить. Ну ладно, в принципе видно. Да. Но она маленькая. Вижу, там, да, наверх она есть. Она маленькая, да. Да, тогда выходим отсюда. Ой, здесь здание какое-то. Найти бы этих рыгающих гномиков. Они мне так нравятся. А, точно. Три радуга рыгает. То, что здесь есть много построек. Тут очень их много, Ярик. Просто миллионы. Ну, за миллионы, конечно, я переборщил. Надо взять спиннер в руки. Потому что сейчас ночь, здесь будет очень много аниматроников. Будем отбиваться, ребята, все вместе. Так, для этого надо взять выживание, потому что они нас будут... Не будет бить. Прикольненько, в сундучке ничего нету. Есть, там была железная броня. Да? Это что за город? А я не знаю, мы здесь были, мы здесь все исследовали, надо, да, дальше двигаться. Мы в торговый центр тоже изучали весь. Полностью. Вот я не помню. Ну и... вроде как... А, да, мы здесь были, мы были. Здесь классно, да, очень, да, классно. Мы здесь еще от матроников отбивались, я помню. Да, такое было. О, а что это такое здесь? Сундучки, какие-то столики. Материалы. А, продается здесь все, типа. О, здесь мы не были. Это что-то новенькое. Это заброшка какая-то. Темнотища. Очень. А факел себе скрафтить или что-то такое. Темновато. А, так вы выживание пришли? Да. Димончик, вот. Так. О. Давайте как я возьму лод для начала куча факелов. Четко. Вот, теперь я деловой пацан. Факелом. Один крюк. Брань. О, Димон, помнишь мост наверху? Может, давай к нему как-то подберемся? Помнишь, мы хотели мост на скалах? Да. Давай будем туда двигаться. А где он? Ты его видишь? Я его не... О, я не смотрите, помню, что за рычаг. Он тут стоял просто? Да. А это другой водопад. Здесь нету, кстати, за водопадом ничего? Нет. Точно? Мы недолго будем подниматься по нему так? Не знаю. Мне кажется, долго. Еще я отталкивает тоже меня, я не вперед. Просто надо смотреть вверх и плыть вверх. Так, я уже вроде как выше всех поднялся. Давайте кто быстрее. Ой, поднимется. О, не, Димон, я уже проиграл, потому что я пока набираю воздух, я падаю 10 метров. Я 10. Могу поставить вот этот блок, и Дима упадет. Все, я уже наверху. Воздуха набирайте, ребята. Так, наверх, плывем, плывем, плывем. А, Ярик, молодец, телепортировался к Димончику. Ага, гениальный, ага, человек. Тихо, так, воздуха набрал. Лезем, лезем. Отлично. Дима, ты уже высоко? А, я вижу, да, лод подниматься, где есть. Ребятушки сейчас заходят. А, нет, еще выше. Да. Ничего себе. Это все серьезно. Дима, я выше тебя уже. О, ага. Ты, блин, телепортировался ко мне, а потом... Потому что я уже нашел. Я за Дашей лезу. Ай, зачем? Ярик, не пинайся. Кто-то меня поджопника дал. Подсрачника. Я тебя подтолкну, чтоб ты был первым. Ну, давай, 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 давай. О, вот закрыли источник воды. Воды не будет теперь. Мы теперь умрем от жажды. Нет, мы теперь будем спускаться к другим способам. Я буду как Маугли по деревьям. Мауглиха. Ты не влезешь, Маугли. Смотри, как высоко мы уже забрались.
Да ты вообще... Так, папа, лучше на шифте иди. Если ты будешь идти на шифте... Не-не-не. Так лучше. Я профессионал. А вот я, смотрите. Давай, Димончик, найдем тот мост, где мы хотели перейти. Да-да-да, давай. Разбиться мне не хочется. Надо в другую сторону было бежать. Да-да-да. Мы, наоборот, в другую сторону бежим. Не в ту сторону, да, Димон? Да-да-да, надо обратно. Ладно. А если я золотое яблоко зачарованное, я не умру. Жеронимо! Я умер. Он не умер. Ярик упал с высокого места. Мост! Я мост. Где мост? Ты нашел его? Да, вон он там, смотри. Вот, ребята, тот мост, который мы хотели. Мы его нашли. Да. Так, теперь бы нам спуститься как-нибудь интересно. Давайте прыгнем. А если золотое яблоко съем, я умру точно, да? Да. Давайте я лучше прокопаю здесь как-нибудь. Ярик ляпнулся. Кто-то там уже тестит, да? Ярик проверяет, умрет он или нет. Но яблоко не спасает от такого. Прыгайте сюда вниз. Так, я лучше поломаю под собой листву. Прыгайте ко мне сюда. Я листву где сломал, прыгайте там. Давайте, чтобы не мешать друг другу. Осторожно. Тимон. Аккуратненько, аккуратненько, ребята, не разбивайтесь. Нам еще все живые нужны. Так, все. Отойдите, каждый сам копает вниз. Можно просто под себя копать и все, да? Ну, где-то а если подо мной что-то не опасно? Все, уже отсюда можно прыгать. Кто-то упал. Блин, разбился. Я думал, я выживу. Все-таки многовато. Вы там все поумирали, да, я смотрю? Один я такой о своей жизни. Все, Димончик, я живой. Я внизу. Вот этот мост. А я тоже. А что, тут ничего нету? Я думал, тут что-то будет интересно. Здесь ничего нет. В конце моста может что-то. Так, давайте побежали в ту сторону. Тут даже золотое яблоко можно не есть. Зачем этот мост строили? Что он выполняет? Какую функцию? Мне кажется, это двор. Тут ездят какие-то поезда. Это декорация. Я бы в воду прыгнул с этой высоты. Найти бы воду, да? Боже. Просто прыгай. Вот гениально. Прыгай просто. Прыжок вверх. Я вижу воду, я сейчас попробую в нее попасть. Я тебе поехал. А где это я? Да, классно, вот там мы были вверху, теперь мы в самом низу. А вот у вас тоже деревья такие большие или у вас они обрубленные? Большие, большие. А у меня они какие-то не прорисованные. Бывает. Ну как, они не сильно большие? Но большие. Да. Тут големы ходят. Вот я ударил одного голема, я хочу зайти делом голема. На тебе голем. Големы защищают, наоборот. Да, они местные защищают. Да, они защищают, но если их ударить, они будут бить тебя. Они местные защитники. А как чанки перезагрузить, никто не знает? Ой, я не знаю. А там у него чанки не прорисовываются, дома это вот... О, Димон, я нашел ту шахту, когда мы вниз падали, помнишь? Да? Да, вот она. Во, да. Очень опасно, мы можем ее поисследовать. Там вода внизу, давайте прыгайте. Давайте по рядам спустимся. Прыгайте, там вода внизу. О, полянам спускаться можно, вот я зацепился. О, тиньте. Маленькие. Детишки тиньте. Вот эти стекла, мне так нравилась вот эта местность. А, Димас, это динозавры замороженные просто. Точно, я сначала не въехал, думал, что это такое? Мы нашли замороженных динозавров? А, так в мультике такое было, помните? Да, монстры замороженные. Да, ребята, ставьте лайк, если вы помните тоже эту серию. О, в паутине приклеилось. Ломаем все, ломаем. Ты сейчас динозавра выпустишь, они нас убьют. Не съедят. Они нас поедят всех живьем. Все равно, я их убиваю. Пойдемте еще что-то произойти. Пошли, да, пошли, Даш. Ой, я упал. Может в рот, смотри, можно в рот динозавру зайти. Плохая идея, динозавров освобождать. Не хочется. А я ранил их. Я их наоборот ранил и освободил. Так, вот дальше можно еще продвинуться. Вот, вот сюда. Диманчик. Сойду. Пошли. Были бы здесь стрельцы везде расставлены на вагонетках покататься? Да, по всему этому. Тут звон. Я помню, мы тут с Димоном воевали, здесь да. Очень много аниматроников было. Опа, Чика появилась. О! На! Что это такое? Откуда она взялась? Жесть, она же жахнула, я видел. Это я наверх сразу поднимаюсь, боюсь. Тихо! Мы на краю мира, мы на пропасти! На какой пропасти, Ярик? Смотри, там конец мира уже. Там реально конец мира. А кто хочет прыгнуть в бездну? Скелет, смотри. Кто хочет прыгнуть в бездну, прыгайте. А, тут марионетка.
Ай-яй-яй-яй. А интересно, если мы сделаем портал в ад, мы сможем с этого мира в портал в ад попасть? Да, можем. Так, все. Бах. Портал в ад сделаем. Давайте портал в ад сделаем и выберемся отсюда. Ай! Их, ого, их внизу! Золотое яблоко, это мое спасение. Я спасаю их. Меня скелеты чуть в бездну один раз не скинули. Я мочу их, я мочу. Я живой останусь по-любому. Это нереально практически. Реально, Ярик. Реально, реально, реально. Валим, валим, ребята. Валим скелетосиков. На вам железный мечок. Ааа, я падаю. На посадку. Или не успел. Давай, портал вот, портал вот. Это наше единственное спасение. Тут еще пауки снизу. Да что такие дерзкие. А где портал ват? Я его создал, вот он. Давай. Портал ват, ребята, прыгаем в портал ват, все, уходим отсюда, быстрей. Ну-ну-ну, ты поехай меня быстрее. Есть. Есть, я в портале. Ярик, мы тебя ждем. Хорошо, давай. Вау. А, откуда вы взялись? Даже с портала пришли, по-любому. Закрываем портал на время. Закрывай. Все. Ну не так. Ну ладно, пусть будет так. Можно было просто его потушить. Вау, смотрите, мы с Gravity Falls попали в портал в ад. Это чудо новенькое. О, смотрите, какие здесь постройки. Идите сюда. Да что вы, пауки. Вы что лезете? Тут хоть аниматроников нету. Вот это большой плюс. Их тут нету. Они к нам не тпхнулись, кстати. Давайте туда исследуем вниз ходим. Смотрите, как какие-то дома построены или что это такое. Где? Вот, смотри, куда я смотрю. Это что за дома? Ого, газ! Два штуки. Идем к дому. А! Вы чё, говнюки? Блин, у меня лука нет. Тихо-тихо. Не его убить. А нам и не нужен лук. Тихо-тихо. Не нужен лук? А где дома? Где вы видели дома? Давай, газ! Все тпхайтесь ко мне, срочно давайте, быстро. Ага. Мы не трусы. Все ко мне тпхайтесь. Ко мне, ко мне. Домик осушителя. Сам тпхайся. Я буду грабить тебя пока последнего. Мальчик. Тпхайтесь. Да-да-да. Я смелый воин. Есть. Я здесь. О, где это мы? Мы в этой штуке, которую ты говорил, да. Вау. А где мы, получается? А, вот там я был, да, стоял и смотрел на них. Все, идемте, ребята. Вот это у нас сегодня исследование. Не спешим так. Тихо, это мой сундучок. Ого. Ой-ой-ой, что там творится? Так, запускаю я портал. Давай, Димончик, запускай. Будем аниматроника возвращать назад. А то они через этот портал проникли к нам. Все, выпускаем их. Выгоняем из этого города. А попробуйте попрыгать. Да мы знаем эту штучку. Портал запрыгиваем. Поехали. Если бы он еще телепортировал бы куда-то, было бы классно. Тут... Это нажмите кто-нибудь на рычаг еще раз. Смотрите, нажимаю. Смотрите. А, вот-вот. О, мы телепортировались в мир. О, я не знал эту штуку, я к вам. А, так это в портал будет. Это диванчик построил. Высоко. О, где мы? Опять мы вернулись в этот ад. А, так это портал в ад здесь создается. Да, да. Ну, он глючный. Опять те постройки, но мы туда не пойдем, потому что там, там что-то у нас ребята Майнкрафт вылетает. Мы-то хотели позаписывать там, но там просто у нас черный экран у всех. Видно, что-то не оптимизировано. О, да тоже высоко прыгаю. О, так мы тебе остались высоко прыгать все. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Класс. А представляешь, как тут горячо? Ты хотела бы тут жить? Конечно. Как в солярии. Да, зато загорелая, красивая. Смотри, тут шахта. О, где шахта, давай. О, пошли туда. Надеюсь, она большая. А, это не шахта. Е, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!